Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличье, в современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующей Гитлера, руками бандеровцев. Thank you.